это ее ответственность. Она создает красоту. Красоту внешнюю. Женщина должна быть, ну как вам сказать, вдохновлять своим внешним видом. В ведические времена по женщине можно было судить, муж дома или не дома. То есть, когда муж дома, женщина самая красивая. Когда муж уезжает в командировку, женщина очень скромная начинает. А у нас наоборот, дома она в халате, с бигудями, да? А на улице она красавишная, несусветная. Самая красивая женщина должна быть перед мужем. Дома самая красивая женщина. Все, что женщина до чего не прикасается, должно быть красиво. Потому что интересно, что мужчины сами не созидают красоту, но очень чувствительны к красоте. Почему они вот в вас влюбляются? Они на красоту. Ну, то есть они чувствительны к красоте. Мужчины создает бардак дома, например, он может создать бардак, но когда бардак, он этого не выносит. Заметили? Да. Мужчина требует, почему вы думаете, что это такое вообще? Потому что он чувствителен к красоте. И это созидает женщина. А бы какой не надо на стол ставить, знаете, сервировать стол, как бы как попало. Хлеб как попало положить. Все делаете очень красиво. Все должно быть красиво. Еда должна быть красивой, сервировать красиво, речь должна быть красивой. Красота – это главное качество женщины. Если женщина не умеет создать красоту, это означает дисквалифицированная женщина.